Доброе утро. Ставропольский край. О главных новостях региона расскажут корреспонденты краевой телекомпании и я, Илья Захаров. Итак, в этом выпуске. Ну, здравствуйте, будни. Как вернуться в рабочий ритм после затяжных праздников? Джамиля Ибрагимова собрала советы. Новая снегоуборочная техника ждет боевого крещения. Какой ответ возможным снегопадам готовят краевые коммунальщики, расскажет Леонид Нечепуренко. Заявил о краже автомобиля, чтобы не отвечать за нарушение ПДД. Что ждет автора ложного доноса? Оперативная сводка. Еще о праздниках. Новогодние каникулы на Ставрополье оказались теплыми и не очень снежными. В ближайшие дни серьезных холодов синоптики также не прогнозируют, но с середины января погодные сюрпризы возможны, и к ним уже сейчас готовятся дорожники. Еще накануне зимнего сезона в регионе закупили новую технику, а еще запаслись солью и песком, причем таким, где размер каждой песчинки имеет значение. Что будет со снегом, который упадет на ставропольский асфальт, проверил Леонид Нечепуренко. Участок трассы между селами Северным и Александровским автомобилисты обычно не любят. В зимнее время здесь часто бывают туман и гололед. Движение то и дело перекрывают. Но в этот раз поездкам ничего не мешает. Осадков нет. Немного пасмурно, но водители не теряют хорошего настроения. Я ехал с Буденновска, трасса прекрасная. Снега там только где-то в Буденновске срывается. А здесь все прекрасно. Вот сейчас ехал. Чистенько, все хорошо. В принципе, нормально. Ну, таких... Нет таких моментов, не было, чтобы там какие-то ситуации сложились опасные. Так, в принципе, все нормально. Автомобилисты наслаждаются сухим асфальтом, а водители снегоуборочной техники штудируют прогнозы погоды. У них напряженная работа начнется, как только выпадет снег. Сотрудники дежурят по сменам и ждут возможности опробовать новую технику. Коммунальщики называют такую технику КДМ. Расшифровывается это комбинированная дорожная машина. Комбинированная она за счет специальных сезонных устройств. Разбрасыватель песка, он находится в тыльной части автомобиля. И вот такого отвала, он служит непосредственно для того, чтобы убирать снег. В Михайловском ДРСУ, который отвечает за уборку дорог в Шпаковском и Кочубеевском районах, перед Новым годом купили 10 КДМов. 3 из них уже на трассах, 7 пока в резерве. Ждут серьезных снегопадов и своего первого боевого крещения. Но в экстренном случае, если снега выпадет слишком много, в дело пойдет тяжелая артиллерия, тракторы и техника с роторными насадками. В случае выпадения большого снегопада выходит на дорогу роторная техника, которая убирает большой глубокий снег. Снег попадает сюда, в эти шныки, и через транспортер выкидывается с проезжей части. Сейчас температура воздуха в Ставропольском январе непостоянная, как сердце красавицы. Днем устойчивый плюс, ночью небольшие морозы. Поэтому ключевое время суток для дорожников – предрассветные часы и раннее утро. Именно тогда самый подходящий момент, чтобы избавиться от ледяной корки на асфальте. Значение имеет даже размер песчинок, которыми посыпают дороги. Они должны быть не больше 1,5 мм в объеме, иначе может пострадать резина на колесах. На сегодняшний день на региональных дорогах 309 единиц техники дежурят. Создано 66 механизированных отрядов, в которых находится 445 человек. Также заготовлено 37,5 тысяч тонн песка и 4 тысячи соли, которые необходимы для обработки дорожного полотна в случае образования гололедицы. Отсутствием снега вполне довольны и дорожники, и коммунальщики. В бесснежную погоду проще обнаружить мусор и навести порядок на улицах. Этим и занимались специалисты последние 1,5 недели. 31 декабря коммунальные работники трудились в 3 смены. 1, 2, а также 6 января в 2 смены. Утилизацию бытовых отходов в усиленном режиме проводили 8 сотен человек и больше 50 единиц техники. Сейчас посмотрим, как у нас погода будет влиять. Но я думаю, что это будет стабильно. В любом случае, самое главное, силы и средства, они в готовности постоянно, независимо от того, есть снег, нет. В общем-то, это суточное дежурство, это диспетчеры, это руководители всех уровней на месте. В общем-то, все под контролем. Праздничные дни в регионе обошлись без серьезных аварий в сферах подачи воды, электричества и отопления. И хотя синоптики обещают похолодание в середине месяца, коммунальщики готовы к новым вызовам. Леонид Нечепуренко, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. А
пока ставропольцы вливаются в рабочий режим, многие службы региона не выходили из него. Причем не только в новогоднюю ночь, но и все выходные дни. Повышенной нагрузкой во время каникул работала скорая помощь. Первые дни 2020-го жители краевого центра вызывали неотложку реже, чем в прошлом году. Сами медики объясняют это тем, что пока не начался сезон гриппа, так что вирусы не мешали ставропольцам праздновать. Новогоднюю ночь обращений было 480, выездов было 420. Это обычная нагрузка обычного дня, не связанного с праздниками. Но последующие дни, конечно, имелся пик, подъем. То есть фактически максимальное количество вызовов было 530 выполнено, а обращение было около 600. То есть, ну, в принципе, это нагрузка, которую мы ждали, готовились. Сотрудники МЧС тоже несли круглосуточное дежурство. Особое внимание уделили в праздничные дни противопожарной безопасности, поскольку в Новый год и Рождество вероятность возгораний увеличивается. Прежде всего это связано с использованием пиротехники. Мы отмечаем у нас снижение по пиротехническим пожарам по причинам пиротехники в 3 раза. То есть у нас прошлую новогоднюю ночь было 3 пожара по пиротехнике, в эту новогоднюю ночь отмечаем 1 пожар. Поэтому мы здесь в этом плане тоже в лучшую сторону отмечаем. И о происшествиях. В Новоалександровском округе нашли грабителя. Житель поселка Присадового стал фигурантом уголовного дела. Мужчину заподозрили в совершении разбойного нападения на пенсионерку. Как установили оперативники, ночью злоумышленник забрался в жилой дом, где похитил у пожилой женщины деньги и мобильный телефон. Общая сумма ущерба превысила 400 тысяч рублей. Подозреваемый 37-летний ранее судимый мужчина. Ему вменяют разбой. О других происшествиях оперативная сводка. Выдуманное преступление. Ранее судимый житель станицы Подгорной обратился с заявлением об угоне машины. Как выяснилось, все было иначе. За несколько дней до этого автоинспекторы обратили внимание на автомобиль, водитель которого грубо игнорировал правила. В результате преследования нарушителю удалось скрыться, а машину полицейские нашли на обочине. Выяснилось, что транспорт принадлежит заявителю, и таким образом он пытался уйти от ответственности за нарушение ПДД. Теперь ему придется ответить перед законом еще и за ложный донос. Борьба продолжается. Операция «Нетрезвый водитель» на Ставрополе продлится до 12 января. Это связано с большим количеством фактов управления автомобилем водителями с признаками опьянения. С 20 декабря сотрудники ГАИ региона уличили в нетрезвом вождении 764 автолюбителя. Из них 47 сели за руль с признаками опьянения повторно. 10 суток административного ареста получил водитель из Георгиевского округа. Ночью он пытался уехать от инспекторов, но не справился с управлением и въехал в препятствие. За рулем находился 19-летний местный житель, который водительских прав не имел и от медосвидетельствования отказался. Подделка документов. Житель Буденновска сам продлил медицинскую справку и стал фигурантом уголовного преследования. Нарушение заметили в госавтоинспекции, куда мужчина подал документы для получения водительских прав. Медсправка вызвала у работников правоохранительных органов подозрение. Документ направили на экспертизу. В результате исследования выяснилось, что справка просрочена, а дата в ней изменена. 32-летний местный житель признал свою вину. Ему инкриминируют изготовление или оборот поддельных документов. С новогодними каникулами попрощались. Привет, послепраздничная хандра. Почти каждый второй житель России болезненно перестраивается с ленивого поедания оливье и просмотра фильмов на ударный труд. Как же войти в рабочий ритм? Жамиля Ибрагимова ответ искала в спортзале, магазине и даже в больнице. Для каждого второго россиянина выход на работу в новом году оказался сильным стрессом. Почти 10 дней отдыха сделали свое дело. Трудиться так не хочется. Небольшая ленивая апатия не обошла и нашу телекомпанию. После новогодних праздников очень сложно прийти в рабочую форму. Вот, потому что очень много отдыхали, спали до 12, еле спали, отдохнули. Хочется на работе спать очень сильно. Но радует то, что 2 дня поработаешь, и опять снова выходные. У такого послепраздничного состояния даже название есть. Синдром рабочей дезадаптации. Все валится из рук, и усталость такая, будто и не отдыхал вовсе. Некоторым, как сотруднику нашей телекомпании, влиться в рабочий конвейер помогают коллеги. Сильнее всего я скучал по нашему кабинету.
потому что вот у нас тут такая хорошая обстановка. По коллегам скучал, вот сейчас вышли на работу, вчера прям бодрячком отработали. Главное, советуют психологи, вливаться постепенно, не хвататься за все дела сразу, распределить нагрузку, не задерживаться на работе. Для того, чтобы организм сильно не напрягался, не берите много работы. Я понимаю, что сейчас после праздников ее будет очень много. Вместе с тем постарайтесь планировать, вместо того, чтобы браться за одно, второе, третье. Расстроить может в это постпраздничное время не только хандра, но и парочка новеньких килограммов. Это нам так аукнулись съеденные тазики оливье. Убрать лишние килограммы после праздничного застолья лучше других помогут они – физические нагрузки. Сейчас нам покажут пару простых упражнений, как прийти в форму после праздников. Ну что, начнем? Конечно, начнем. Тренировки тренировками, а правильно питаться – это главное. Особенно после того, сколько уже съедено и выпито. Ваш организм скажет за это спасибо. Это самое лучшее время для того, чтобы себя разгрузить в плане питания. То есть не надо какие-то жесточайшие диеты. Ну, просто больше налегать на овощи, фрукты, морскую рыбу, хлеб из муки грумового помола. Не забывайте о кисломолочных изделиях. Ну и, конечно, не стоит забывать о положительных эмоциях. Прибавьте их в свою жизнь, и они прибавят в нее смысл. Можно, кстати, начать с внешнего вида. Позвольте себе что-то новенькое. В новый рабочий год с новым образом. Ведь преображение – это всегда приятно. Старые джинсы и кофта – долой. А вот новое платье и шляпка – вот лучшее решение. Тем более, что в магазинах сейчас после новогоднее затишье и скидки. Соблюдайте привычные, простые, но очень эффективные правила, вы сможете легко влиться в рабочий ритм и поверить, что жизнь после праздников все-таки существует. Джамиля Ибрагимова, Олег Байкулов, Александр Шаховцов, Ставропольское телевидение. Рассказать нашим редакторам об интересном событии вы можете в мессенджерах WhatsApp и Telegram по номеру 928-350-80-70. А у меня это вся информация к этому часу. Всего доброго и хороших вам новостей.